Привет, друзья! Мы находимся на студенческой весне 2019. Как будто вчера я так же стоял, как эти ребята, и переживал перед выходом на сцену. Поэтому нам срочно нужно их поддержать, сделать так, чтобы они выступили уверенно. Меня зовут Милана. Милана, ты что поешь? Я пою песню «Love So Soft». Это что такое? Переведи нам. Ну, это... If you touch is a keep, keep it twisting, keep it locking, keep it turning me. Yeah. А мы идем дальше. Здрасте. А вы кто? Участница. А вы что поете? Песни. Песни. Я берегу голосовые связки, как Оля Бузова. Ничего. Я хотел прочитать, что у тебя на спине. Поворачивайся. Меня зовут Костя. Так, Костя. Я тут волонтерю, помогаю за кулисами ребятам. Все отлично, я не выспался. Так иди поспи. Ну вот сейчас концерт закончится, я посплю с удовольствием. Чего пожелаешь участникам, которые еще не выступили? Удачи. А что-нибудь небанальное можешь? Шоколадки. Это чтобы ночью расслабиться. Здравствуйте, я куратор направления музыка. Ты вообще молодец на самом деле. Что еще скажешь? Я хочу сказать, что ты тоже раньше пел, если помнишь, в областной студии я тоже участвовал. Просто жара. И сегодня у нас просто чумовое жюри, мне кажется. Почему Алексей Чумаков в довольно-таки темном зале в темных очках? Я не знаю. Мы продолжаем штурмовать закулисье, чтобы они выступили максимально достойно. Ирина, да. Что вы поете? Давайте не я, извините. Вы не будете петь? Давайте мы сделаем так, чтобы вы не волновались. Это не сделать никак. Когда ты целый день и мне звонишь. Просто битбокс — это способ зарабатывать деньги ртом. А вы за что отвечаете? Инженер сцены. От вас зависит очень многое. Немного, но что-то зависит. Как выступила? Не без косяков. Аллилуйя. Здравствуйте. Да, привет. Скажите, пожалуйста, три слова, означающие впечатление от сегодняшнего мероприятия, от сегодняшнего кастинга. Я хочу тишины. Ты сказал три слова. Мне пока непонятно. Пока вот обсуждаем, пытаемся понять, что вообще к чему. Песню поем. О, а можешь продемонстрировать? Спробуй. Давай. Что, просто петь? Да. Акапельно? Блин. Готов? Да. Я запутываюсь в глянце. Мы почти иностранцы в нем. Ты хотел уходить и смотреть, как я буду потом бежать за тобой босиком. Сегодня. Сегодня ты, а завтра я. Запомни, мой сладкий. Все люди как люди, а я суперзвезда. Звезда. 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 Ну что ж, вот окончился второй день кастинга областной студенческой весны по направлению музыка. Это классно, молодежь переживает, приходи ее поддерживать. Пока.